Друзья, опять же у нас на обзоре серебряная монета Сбербанка из-за границы, с островов. Вот такой вот шикарный подарочный комплект. Коробка, сертификат, на который отмечено, что это за монета, какой вес, какой тираж. Достаточно маленький тираж у нее, 20 тысяч штук. 2011 года, пруф, $2. Это, соответственно, новозеландский монетный двор. А монета называется «Любовь навсегда» или «Голуби». Она вот так вот изображена. Пруф в состоянии. Продавалась она в Сбербанке. Очень, конечно, лидер продаж там была. И очень быстро ее разобрали. Сейчас она только по частным коллекциям. А, плюс коробка. Данную монету можно дарить не только родственникам, мужьям, женам, но и друзьям. В комплекте с другими подарками. Это, конечно, такой ценный подарок. И можно там, не знаю, тортик и цветы подарить к ней. Вот, что любовь навсегда. Вот, Ниуе. Изображена Елизавета II. Монета из капсулы не доставалась. Вакуумная капсула в идеальном состоянии. Вот, в Сбербанке такие монеты продавались по 10 тысяч рублей. Сейчас, наверное, чуть дороже. Вот, поэтому, конечно, подарок шикарный. Следите за нами, подписывайтесь. Будет еще много нового.